Тревожным звонком для владельца является такой симптом, как появление крови в моче. Наиболее частыми причинами появления крови в моче являются воспалительные процессы в мочевом пузыре, уретре, почках, матке или предстательной железе. Также симптом этот может проявляться при наличии камней и кристаллов в мочевом пузыре. Для того, чтобы определить причину появления крови в моче, необходимо обратиться к ветеринарному врачу и пройти ряд исследований, таких как общий анализ мочи, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, УЗИ мочевыделительной системы или УЗИ обзорной брюшной полости. После исследований врач сможет поставить верный диагноз и назначить специфическое лечение.